К чему снятся, ресторан или кафе? Вот человек пришел во сне увидеть себя в ресторане или в кафе. Ну, будем говорить так, сейчас в ресторан ходят и покушать, и в кафе ходят покушать, чуть ли не ежедневно все могут пообедать и прочее. Но у нас еще на нашем подсознании есть такое, что большинство людей ходит кушать в рестораны или в кафе, праздновать какие-то события. Это единственное, еще может быть, это будет связано или с каким-то праздником события, которые будут подходить, готовиться, потому что в ресторанах, в кафе готовится еда. Поэтому подготавливаются какие-то события. Это может быть праздничные события или события, которые могут произойти в будни, вернее, в выходной день. Почему? Потому что, ну, обычно в выходной день люди ходят или в кафе, или в ресторан отдохнуть. Поэтому опять готовка, смотрим, что мы кушаем там, какая обстановка, сколько людей. И вполне возможно, если вы даже помните, за что вы заплатили, какие деньги вы платили, это может быть даже указано время, когда могут произойти вот эти события, которые есть.